Каждое утро на улицах Дании распевают о Перми. Некий культурный деятель в интернете, он значится под ником Peter Jones Music One, записал случайно услышанную песню, выложил в сеть и рассказал следующее. В тоскливый понедельник на пешеходной улице в Копенгагене я вдруг услышал эту замечательную певицу. Оказалось, она уличный музыкант из Перми в России, где я и Erasmus принимали участие в фестивале культуры в прошлом году. Мир на самом деле маленький. Девушка поет на русском, поет о компросе. Воскрешение оранжевых замен обещает нам рай Господний, а кого-то я возьму с собой погулять по компросу. Я люблю компрос, здесь все так респектабельно. Здесь гуляют красивые девушки, куда-то спешат солидные мужчины. Я за километр угадываю твое настроение, твое. Когда работа превыше личной жизни, в сети широко разошлось видео репортажа китайской журналистки о землетрясении. Самое примечательное в ролике – девушка берет интервью в свадебном платье. Во время ЧП у юной леди шли приготовления к церемонии, которая должна была состояться в тот же день. Ей пришлось прерваться и опросить горожан, затем быстренько выйти замуж и снова в студию готовить сюжет. Сингапурский художник Кен Лай создает необычные трехмерные изображения животных, используя акриловые краски и эпоксидную смолу. Его работы граничат между привычными всем картинами и скульптурой. Это была интернет-пробежка. Хороших новостей. Увидимся.